Вот что еще может произойти. Возможное будущее, путь, что пока не выбран. Смотри, смотри. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает, делает нас сильнее. Пока! Покеда! До встречи, народ! Да! Хейкетс Куари Форева! Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там, не знаю, боги. Боги космоса? Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну чё, бросила, да? Да, хорош. Салют, Эмма. Хай. Так, это... ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка! Да, это факт. Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, открывает. Ты... Бро, прости. Да, спасибо.
Дар. Ужасы. Ненавижу ужасы. Черт, не хотелось бы тут застрять. Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А, ну началось. Так, ты ведь не все про вас с Эммой рассказала, сынок? А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? О, Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. А, извини, отвлеклась на рифму и забыла, о чем. Не-не-не-не, ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. Стоп, мы о Райане, инструкторе, сексуальном, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Так, сексуальном, да? Вообще чистый секс. Конечно. Слушай, мы с девчонками в комнате еще на второй день все решили. Первый Райан. Потом я, потом Дилан, Эмма, Эбби. Так-так. Ник, мистер Хэ и... Ага, ты почти закончила. Да, продолжай. Нет, это все. Все здесь. Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая, как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну, а я такой, ну, знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. Она такая, Джейкоб. И зыркнула тогда. Ага, типа пипец. Да уж. Не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Ладно, знаешь что? Может, ты права. Может, у нее есть типа власть надо мною. Ну вот что. Я не против. Не против. Есть. Отрицает очевидное. Есть. Тут такие сильные пары зависти, просто дышать нечем. Что, простите? Что, видимо, кто-то просто недостаточно крут, чтобы тусить с альфа-самцом. Ну, ты прям очаровашка, да? Ага, у меня даже змеюка сама трусы снимет. Пожалуй, это самое тупое, что ты говорил. Нет, я точно говорил и тупее. Да. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй, что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила. Пока.
но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь, как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой. Ясно. Слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. Вот и проверим. Идем со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! Бум! Оу! Полетел! Чувак, красавчик! Фрик! Жаль, у меня нет баксов. Блин, со всех сторон придурки. А, слава богу. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? Жестко. Ой, пошел ты! Извини, я без обид, чувак. Я не хотел обидеть. Готовы ехать. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня, ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Привет, подружка. Докладывай. Все, официально синдром пустого гнезда. Дай 5, красотка. Боже, тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. По-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Ладно, давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. И что? Решит, что это медведь, например. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Ладно, поехали. На счет 3. 1, 2, 3! Самое главное — мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверен?
уверена, что подумают на медведя. Боже мой, да расслабься, мы никого не убили. Ладно, так, я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? О, Изи его любила. Я хочу поиграть! Вернем тебя, Изи. Как это в новости попало? Будет странно не слышать по утрам объявлений Дилана. Эй! А ну перестань! Оу, надеюсь, Джейкоб этого не видел. Фу, что это? Это Дилана?
Ты готова? Готова. Свобода нас ждет, подруга, пора отрываться. Что ж ты такая крутая? Борзая. Самоуверенная. Да, это игра. То, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Притворяться, значит, быть собой. Но громче. Ты тоже попробуй. Кто знает, кого это впечатлит. Не, все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Блин! Ну ты рулишь, Текс. Пардон? Ладно, теоретически. Если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Но вы расстались. Летний роман между нашими школами 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником может быть иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать, Эбби. О, стой! Но коттедж же ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. Надо возвращаться. О, дизлайк. Да нас уже потеряли. Не бойся, Ник не уедет, не попрощавшись. Черт, Эбби! Пронесло. Прости, Белочка. Моя подружка очень торопится замутить с парнем. Впервые. Эмма! В этот раз я не отмазаться. Я тебя сейчас на дорогу выброшу. И будешь права. Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд, так что... Вот сука. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Покрытие тут сгулькин хрен. Это ты про свой? Что? Нет. Неважно, я что-нибудь выжму из мистера Хэя перед поездкой. Че-то фу. Ник! Ага, а где вы были? Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали! Вот, только надо эти сумки загрузить. Ой, давай я тебе, давай помогу. Я справлюсь со своей сумкой. Спасибо. А ты уверена? Если что, мне совсем да не сложно. Да она и сама прекрасно справится. Мы обе справимся со своими сумками. Спасибо. Круто. Эбби, тебе помочь? Да. Можно? Спасибо. Эй, Райна, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то, весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст? Круто.
А про что? Да, про что? Может, про меня? Ты думаешь, я слушал подкаст про тебя? Если про кого-то это будет подкаст, то про меня. Ага, подкаст «Как выглядеть и пахнуть, как жопа». О боже, ты как дошкольник. Зато не выгляжу и не пахну, как жопа. Нет, он про паранормальное. И что странно, тот эпизод был про это место. Про каргу Хекетскуори. Про какую еще каргу? Что за карга Хекетскуори? Не знаешь про каргу Хекетскуори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про каргу Хекетскуори. Вряд ли она хочет слушать про каргу Хекетскуори. Может, уже хватит повторять карга Хекетскуори? Это просто детская страшилка. Там, короче говоря, одна старуха, ну, погибла в пожаре когда-то там. И бродит по лесу в поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом проплывал силуэт, классика, да. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Или убьет, или не уверен, непонятно там, вот. Карга Хекетскуори. Ты это выдумал. Все было в подкасте. Cool story, бро. Серьезно, вы бы слышали, как он это детишкам у костра рассказывал? У них теперь травма на всю жизнь. Ну не, а совсем на всю. С этим стоит поосторожнее, все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. Ну-ка, одевайтесь. Простите, мистер Хэ, нам надо было освободить сумку. Заткнись. Если бы кто-то не тратил столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках. Нечестно. О призраках? Карга Хекетскуори. Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Когда-нибудь я голову забуду. Надо в офис вернуться. Поможешь мне, Райан? А, да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку в дороге нет, послушать? Не выйдет. Ну, это вообще не круто. Слышь, блин. Чувак, да я самый крутой братан во всем мире, блин. Мне просто нужен музон в дорогу, блин. Ладно, хватит. 5 минут. Мне нужно всего 5 минут. Блин. Он сказал нет, Дилан. Да, я понял. Просто... Я к фургону, окей? Ну это... Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить и... Ой, ой-ой. Я что, уволен? Нет, я просто, ну, насчет того разговора. Об этом позже мне надо ответить. А, да, да. О, а, простите. Алло. Что люди погибли. Ты циник. Эй, извини, но это ты хочешь в итоге вырулить на привидений? Да. И, кстати, в этом деле много свидетельств. Люди слышали треск горящих деревьев и тоскливый шепот женщины, которая по сей день ищет своего мальчика... Извини, приятель. Извини, приятель. Не хотел тебя прогонять. Вам помочь искать ключи?
Нет, конец лета, куча дел. В общем, что ты хотел? А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья – это важно, Райан. Вот черт. У вас все в порядке? Вечером свидание? Ох, блин. Если бы ты знал. Так, зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Но знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Хм. Я про это не думал. Хочешь верь, хочешь нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть, поменьше историй о призраках? А да мне ее один странный парень рассказал в том месяце. Эй, странных у нас в лагере нет. В Хэкетс Куори все круты, каждый хорош по-своему. Вожатые должны быть ответственными, веселить детей, оберегать их. Так что хорош. Да, я... То есть, мы... Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Зачем? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. Черт побери, да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... Она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает. Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис. Там, где оставил. Ага. Ну, пойдем. Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, нуб. Я стараюсь не жить прошлым. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. В чем там дело? Блин, не знаю. Кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Я вижу. Да вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. Может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь? Слышь, ты чё? Хватит! Прекратите оба!
Черт, давай, эй, давай. Полегче. Тише, ну же. Тише, блин. Черт! Разве я не говорил вам все проверить? Ну да, и тогда все работало. Как видишь, тогда работало, а сейчас не работает, правда? Черт! Ладно. Ладно. Слушай, ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. Ладно. Черт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже, запри двери. Никто не входит и не выходит, ясно? Никто. Ладно. Я вернусь утром. Главное, чтобы никто не выходил. Можешь мне это пообещать? Стоп, нам надо сидеть внутри до завтра? Зачем? А вы куда? Райан, просто поверь мне. Как я верю тебе. Что скажешь? Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Так, и что это было? Он сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или можем сделать кое-что другое. А о чем ты сейчас? Мистера Хэкета нет, писклявых детей нет. Только кучка взрослых, готовых дать волю своему животному началу. О, да, блин! Вечеринка! Кому, народ? Похоже, звезды нам благоволят. Ладно, ладно, ладно. Последняя, эпичнейшая тусовка у костра. О, чувак! Итак, я за, Ник, за. Я за. Дилан за, очевидно, братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за. Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Да он просто напугать нас хотел. Ну, типа как... В идиотских историях Райана. Зачем ему нас пугать? Я не думаю, что он нас пугал, Джейкоб. Кажется, он сам был напуган. О, господи. Ребята, Крис однозначно не шутил. Просто скажи «да», давай, последний раз. Да. Чел, он не узнает. Но я обещал. Не-не-не-не, чувак. Все норм, мы вкурили. Ты просто не хочешь расстроить папочку. Хер с тобой. Все будет нормально, поверь. Все будет круто. Так, 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 хайгетеры! Тусовочный комитет, поехали. Так, первым делом. Ник и Эбби, идите за дровами. Мы с Эммой пойдем на склад за провизией. А ты, Дилан, попробуй зарядить телефоны. Я не знаю, типа...
Ну что, погнали! Я надеялась, что ты вернешься ко мне. Давай-ка глянем. Умеренность. Найти баланс, ограничивать себя или же потворствовать. Умеренность. Выбирай. Но помни, бывает так, что... Умеренность не сразу приносит свои плоды. Я могу показать больше. Хочешь? Я ждала такого ответа. Тебе пора идти. Еще рано, и луна пока высоко, но время не ждет. История должна быть рассказана. Осторожней. Береги себя. Ну, ищи мои карты.